Всем привет, Тигра, привет. Здорово, пацаны. Мы играем сегодня с Лехой. Леха, привет. Привет. Леха, вон он упал. Вот это был Леха. Блин, блин, Леху надо Блядь, спасать. что делаешь? Леха, по-моему, поломал себе что-то, да? Леха, как тебе, нормально все? Нормально Да, живешь? нормально. О, ночные котики, смотри, кто-то. Мур-мур-мур. Кто это у нас там? Это, наверное, кто-то из админов. Мур-мур-мур. Да, это... Мур-мур. Короче, ух ты, а чё я Мы Сири? продолжаем А. наши серии, короче, с... Игры с подписчиками. Да, игры с подписчиками. И вот Леха, наш следующий подписчик. Он... Леха, может передать привет там маме, папе, кому там, брату, Давай, сестре. помаши Да и лапкой. не надо. Леха, маши лапкой. Молодец. Ай. Красавчик. Я по привычке сразу в голову. Так, мы летим на Мне нога болото. сломана, не могу бежать. Ну мы будем А. медленно бежать. Мы пойдем сегодня изучать болото. Леха, на, вот. Да. На, вот это вот. Вот это вот, Хлопни, и у вот тебя это. нога, короче, это, Да, нормально. да. Все. Леха, я тебе могу дать еще. Нихера не могу дать, прости. Короче, поехали. Леха, Гоу. расскажи пока о себе. Что там? Откуда сам Да, откуда вообще-то? ты? Я из Питера. Вау, Питер! Люблю Ничего городишко, себе. замечательно. Как там Питер вообще? Ну, нормально. Дожди? Нет. Блин, че, солнце А у вылезло? нас А наоборот какая... солнце, у меня тут плюс 13. Ого, плюс Нифига. 13. Как в Одессе почти. Да у нас 22 было вчера, чувак. Да. Да, это клёво. Ты сколько тебе лет, Лёх? 15. Ух ты. А чё голос такой серьезный? Не знаю. А чё Паркуры биты. так медленно ходишь? А, блин, не знаю, что-то я забыл. Чё в шапке, да? Чё Да, без чё в шапке, шапки? чё в оранжевом, да. Это 15 Холодно. лет, да. В школе, что ли? Да. Ух ты, какой класс. Седьмой. Ух ты, Ой, девочка. не, седьмой, восьмой, восьмой, восьмой. Седьмой. К девочкам пристаешь? Да, сегодня Да. гулял с ними. Ух ты, с ней? О, А кто это? Расскажи. сними. С ней, Ничего, да ты уже девочка. юный ловелас получается. Да, Да. красавчик вообще. Как их зовут? Одну зовут Оля, А вторую? а вторую зовут Вика. А А ты третью? как бы, Лех, а ты вот, ну, как бы сам им имена придумываешь, или они вот, ну, реально существуют? Это нереально существует. А, не, ну тогда окей. Не, ну может он Не, придумал. ну, вообще, смотри, вообще получается у меня правая и левая. А, ну все, отлично. А Это какую ты уже любишь все. больше, правую или левую? Ну, вообще, правая такая симпотнее, левая как-то, не знаю, Правая странно. привычнее, скорее всего, а левая Да, как привычно. незнакомка, да? Да, левая, чуть не Опа, опа, Как опа. левая зовут? Гуля. Левую зовут, не знаю. Блин, ты гонишь как-то. Я Ты не не... спрашивал. Ну, он ее по-любому не зовет, потому что, ну, смысл, как бы. Да. Знаешь, это как секс с незнакомкой, короче. Да, такой дорогая. Ух ты, Вот. Опа, пацаны, дождь! не поверите, дочка. Дождь? Ты Обалдеть. не поверишь. Сегодня у нас дождь. А кто хотел? Слушай, Ну ладно. а это вообще, ну, неплохо, как бы, для нас? Можно там ходить под дождем здесь вообще? Да, пока живем же, нормально. Не, Такой. ну я да. Ну Не, вот ну. только питье, знаешь, не прибавляется А почему-то. ты открой рот, короче, и смотри Я вверх. вот... Да, вот так. Не, не прибавляется. Не прибавляется вообще ничего. Галят. Слушай, что-то мы вообще не Да. заходим. Куда? Ну а что там делать? Не знаю, фонарик не нужен никому. А фальшфейра есть? Нет. Блин, вот это обидно, реально. Мы можем в кафе. Ну окей. А, Чё там? closes. Там, ну, о, идет, балдет кто-то. Ладно, разбирайся. Так, мы на Погнали. болото, помните, да? Да, погнали. Так, где там собачки бегут? Так, Лёв, а что еще расскажешь? Ну, я люблю играть в футбол. Футбол какой? Американский, наверное. Нет, 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 обычный Сокер, русский. сокер, европейский, нормально. Вообще, я хочу поступить, ну, пойти на регби, но пока что не записывать. А какой у тебя рост? 170. М-м-м. О, нормально, 15 лет, 170, это хороший рост. Тигр, у тебя сколько сейчас? 1,85 м. Вообще 15 сантиметров за 15 лет можно. Да. Я слышал, короче, это, там что-то вставляют в коленные чашечки, и, короче, Чтоб ты лучше. повыше быть? Ну да. Но в регби после этого навряд ли играет. Да, ну так Лёх, зато если так ты не на... ударить ногой, то будет нормально. Ну это да. Кстати, мы уже почти По-моему, подходим наоборот, если к в ногу болота. ударить сильно, если сюда что-то, то наоборот, она может ломаться. Нога или Ну, коленная чашечка? штука, которая Штука туда вставляет. вставляют? Да. Ну да. Ужасно звучит. Ладно. Короче, смотрите. Ну, что там?
Смотрим, тигр, что там? Справа, короче, движение в лесу было. Так, значит, раздвигаемся. А возможно, это у меня грязные пятна, короче, на мониторе. У тебя тоже незнакомка, что ли, была? Да. Я женатый человек, побойся Бога. О чем ты говоришь? Это не повод для встречи с незнакомкой. Да, это две девушки, которые никуда не денутся, ребята. Да. Так, что вы там, где вы там? Я за тобой бегу. Давайте по лесу. Какой по лесу? Где это болото? Сколько мы... А вон, кстати, база вот. Военная, помнишь? Мы да, вот это, кажется, она и есть. А, ну, нет, это Airstrip, ну его нахрен, мы потом... Да. Застряли так, что, блин... Целую серию там сидели, да, помните. Да. Нас что-то... еще повыносили, блин, тогда. Я замахался... О, слева, смотри, не, колхозники, не колхозники слева. Постреляю? Не? Кого? Да. Да не, пусть бегают. Да ну это добро, вон еще колхозник стоит. Сейчас я его гляну, может здесь какое-то оружие есть. Давайте я пока прокачу. Ух ты, пикап Кобра. Во-во-во. Полицейская кепка есть. Полицейскую кепку мне, по-любому. Так, сейчас я пойду посмотрю, что здесь наверху. Так, интересно. Леха, иди сюда, я тебе кобру дам. Так, что здесь? Сейчас за тобой бегут. Опа, опа, а здесь, ой-ой-ой, иди, опа. Забирай кобру. А гранаты ни у кого нет? Нет, а что там уже? Ага, все понятно. Что, пройдемся или ну нахрен пойдем дальше? Сейчас только один раз стрельну и хватит. Все нормально. Обожаю эту тему. Блядь. А вон тех еще троих сейчас шмальну. Сука, все, понеслось, блядь. Тихо. Во, полегче. О, так тут может быть это. Вот. Блин, какой мудак влез, Леха. Ух ты, я автомат нашел. Леха, блин, ну зачем ты это сделал? Нет, это был не автомат. Грабли не нужны, пацаны? Грабли, да, нужны. Обязательно. Без грабли никуда. О, еще, короче, кольт нашел. Лех, ты где? Леха, далеко, я подберу кольт. А, вот еще нож. Какая-то фигня. Белую парку я подобрал как раз. Короче, ничего интересного. Идем дальше. Лех, на. Спасибо. Идем дальше. Короче, вот, прилетаем. Вот в тех вот ангарах белых, там должны быть эти. Где? Вот, белых, ну, спереди, по курсу прямо. Там, кстати, надо аккуратнее, потому что здесь постоянно сидят снайпера, между прочим. Ты вовремя сказал, когда я уже пробежал половину прям как? 4-6, маловик. Так, автомат. О, хапа. Пробиваем шкафы, пацаны. Динамит. Что за... Нет, когда добежал, уже упали. Вон, бронежилет, по-моему, чей-то стал. О, динамиты, да. Так. А. О, нифига себе, тут, блин, этот... А, у меня места нема. Отлично. Так, давайте этот, здание пробьем. Что здесь как? Здание пробить, это хорошо. Вот в белом ангаре, там должны быть, короче, эти... ППшки. О, твою мать! Что там? Я бегу с автоматом, сейчас всех спасу. Я GPS пошел. Airdrop! Опа, ребят, а мы где находимся? На SV Airstrip? О, я рюкзак нашел, пацаны. Хватай. О, хватай. Да. SV Airstrip? Да. Опа, а мы находимся на аирдропе. Блять, я бы отсюда вас съебался, пацаны, честно. Я сейчас сок выпью и можем свалить. Сейчас такое больше. Говно начнется, блядь. А давайте... На наш Абадин наприковал нас с вышки какой-нибудь. Ага, Сабер. С чем? У меня только автомат 15 патронов. О, этот... А, ну ладно. О, карту бери. Бери. Я ТПС нашел. Бери. Кстати, они почему-то лежат, странно. А может быть просто... Мы постоим тут, короче, понаблюдаем. Чтобы я казарму был, да? Давай, быстренько. Все равно сейчас все у нас 6 человек на карте. Может быть, и про никого не будет? Ну, короче, я предлагаю остаться. Добавить. А, подожди, ну если 6 человек, то... У нас чуваки, а всего и нас трое. О, ты, я тут нашел, О, калаш, пацаны, калаш. Да калаш я уже один нашел. Так, я надеюсь, это там, свои стреляют? Это я стрелял. Опа, динамит. Сейчас полутаем. Давай. Так, больше тут чего нету. Короче, остаемся здесь. О, что там, ножик. Черт, ты ножик пропустил. Лёха, ты мне ножик пропустил. Да не, мне он не нужен. Ты что? Как же без ножа? А, ну да, отлично. Ты понимаешь, что здесь как бы без ножа вообще? Вообще никак. Просто. Не, меч джедайский есть. Джедайский меч. Кстати, 7-я серия полная говно. Да, как по мне.
Ты про Звездные войны сейчас вообще вот это да. вот сказанул вообще? Да. Не знаю, мне кажется, что BB-8 затащил бы. Да, ну, опа, что за автомат? Опа, ничего не автомат, да, ну ладно. Да, ну BB-8. Что для положения? BB-8, BB-8, так. Может, блядь, дебильно кепка смотрелась, да, полицейская на мне? Ну, ну-ка. Давай. Одень. Да нет, я ее снял уже, на да бинты ты, порезал. Чё ты? Нормально смотрелся. О, я думал, потом для этого, для пулеметов. Сын, аккуратнее, это выкинули дым там? Синий? Нет. Да. Синий? Опа, текаем. Это я, расслабьте булки. Да чё ты гонишь, блин? Синий дым? Ну да. Вон, а, вон синий дым. Валяется. Синий дым мой. Он до сих пор горит или ты его только сейчас кинул? Я его давно кинул, когда я там был, когда пошел. Ну что-то мне не верится, что он до сих пор будет гореть. Ну ладно, все разбежались. Сколько аирдропа? 3 минуты, давайте рассосемся. Тигр, иди к тому самолету, а я типа здесь. Леха, а ты. А я ты хз куда? Короче, не знаю, у меня. А 16. Может лучше в здание залетим, пацаны? Верхнее? Да, вот в это белое. И от этого сакон будем палить. Палить всех? Ну да. Ну. Нет. Почему? А, то есть я в него забежал, и ты говоришь нет, да? Да. Понятно, блядь. Это называется, короче, Лёха, буква К. Командная работа. Понял? Я гранату нашел. Бля. Счастливчик. А я, короче, быстро хоум поставил здесь, короче. И мачете нашел вообще. Ой, отлично, пацаны. Я хоум ставлю наверх. Ой, я тоже. Сейчас, 2 минуты, надо бежать только быстро. Тысяч. Как? Леха, у тебя хоум есть? Нет. Дровол этот или как его там? Нет, у меня спальника нет. Блин, херово. Ладно, будешь жить со мной. Не, лучше с тигрой. Я сам его сам. Потом. Все, норм. Все, я выхожу на улицу. Жик-жик-жик. Ох, они здесь неплохо начали обустраиваться. Так, хорошо, мне нравится. Это, короче, ты же понял, для чего вот это вот все? Что? Да, для обустройки. Перестрел. Да. Нет, перестреливаться, видишь, так оп, спрятался, дорогу. А здесь вот. Оттуда палишь дорогу, тот вход. Здесь палишь лес. Упалите ангары мне. Подожди, сейчас уже аирдроп будет. Зачем тебе так? Выкидывайте все весь шлак. А, блин, в натуре. Шлак выкидывайте весь. Че у меня шлак есть? Черт. Это спускаюсь вниз, буду сразу это возьму, да, короче, да, а вы меня прикрываете. Так, ну, короче, автомат я сброшу здесь, на всякий случай, пускай лежит. И сок, пацаны, если кому надо сок. Обращайтесь. Наверху да? лежит, я положил под стол. По-любому. Тигр, что там? Где там? Тигр, ты где? Я тут стою. Пацаны, сейчас будет громко. Громко, простите. Ну, не гони, ну, вообще рюкзак. Это мой, тихо. Тихо. Че это про? Тихо. Это вот самолет. Леха, вперед. Аэродром. Он, кстати, блин, он же будет падать вообще не тут. А вон он, я вижу его. Вон он, я убегаю. Леха, вперед, хватаем все, что у меня есть, и залазь обратно наверх. Да, окей, все, давай. Вперед. Давай, быстрее падай. Так, что там? Пушка, оптика. О, какие пушки. Автоматы, господи, все, мы богаты. Все. Пацаны, предлагаю сразу петлять отсюда. Валим, бери последнюю пушку. Пулемет. Я не могу не помещаться, сволочь, а не помещается, пацаны. Тигр, пулемет, хватай. А я возьму, все, я взял, погнал. Все, наверх, обратно. Все, в нычку. И тишина. У меня 35 центов, пацаны, я богат. Да ты шо? Ты просто буржуй. Все телки мои. Да, думаешь, а здесь есть? Маша или как-то. О, кстати, а ну расскажи, ты встречал вот девушек, короче, здесь? Ох, нифига, тут еще, блин, калаш появился. Это мой. Это я выкинул, чтобы намутить, короче. Здесь девочки? Здесь? Серьезно? Я вам скинул этот дробовик, кто там был. Так, пушка. Че это, пацаны, прячемся? Это уже прячемся понесло. Быстро, прячемся, ложись. Стреляют не по нам, точнее по нам. Тихо. Как по нам? По нам-то за что? Ну, так они могли нас увидеть и стрелять на нам. Вижу, бежит. Вон он, возле ангара. Видите, где я стою? Да. И вот там вот он в ангаре. О, у меня нет. Твою мать!
По нам стреляет, а, я умер, пацаны, все, я умер. Опа. Все, умер, пацаны. Кто меня шмальнул? Сейчас тпхом к тебе, Алмен. Алмен, подожди, я сейчас дохну. Так, я хоум. Я умер, сейчас. 5 сек, я на хоум. Я на хоуме. Тигр, тогда к тебе тп быстрее. Сейчас подойти. Он не успеет, наверное, добежать. Не должен. В оборону на нижних этажах. Да, надо катить бастай там этот. Господи, тигр, я не могу тебя вести. Сейчас подойдите, пацаны. 4, 3, 2, 1, я сейчас появляюсь. Прямая тп. Сейчас. Опа. Где? Я в хоуме. Прямая. Сейчас. Тигра, типа асепт. Есть? Принял. Да. Иди с моей кучки, иди отсюда. Все, моя я взял. Все. Хотя моя пушка не дотянулась до этого. Кто идет, пацаны? Кто там? Слышите, фонарик там светит. Это я, наверное. Бля, тигр, сука. Чуть не шмальнул в тебя. Это я был, да. Да я уже понял, что это ты. Так, где мой автомат? Ложись. Дело в том, что у меня нету, этого прицела снайперского. Понимаешь? У меня есть снайперский прицел, но нету винтовки, точнее. Давай его сюда. Где-то? Тебе фигу, у тебя не дотянется, у меня такой же. Вон, возьмите пулемет, ты шмалять из пулемета. Да нахрен пулемет. Из пулемета не попадешь. Я только что из какой-то винтовки сделал, не попал по нему. Так, все, да. Давайте расставим. Дайте мне снайперский прицел, у меня такой, есть винтовка снайпер. Какой тебе дать? Где он? Хоть какой дай. Сейчас. Он к нам бежит, наверное. Нам бежит? Полите кто-нибудь вход. Только оружие. Я поставлю. У меня нету оптика, кроме. А, стоп. Тигра, на, сними с этой пуколки. Вот, пуколка, сними с нее. Я иду ниже. Дел так отдел. Ну, бля, прости. Короче. Смотрите, пишет чувак. Эй, пуки, чать. Мирно разойдемся. Да, конечно, бро, бля. Ой, пацаны, стреляют по мне, ага. Все, я сейчас все снова умру. Ложитесь. А откуда он идет? Я не знаю, я видел то, что у меня кровь течет сейчас. У кого есть бинты там или что-нибудь такое? Бинты? Сейчас. Опа, блядь, вот это я подсветил. Ты что гонишь? Вырубит нахрен. Он стрелял с той стороны, видите, он стреляет? Он через стенку стреляет, алло. Опа. Нет, он просто издалека стреляет. Вот фиг знает, откуда он стреляет, да? И как он попал по мне вообще? Он просто проследил стенку. Тихо. Опа. Я вниз спускаюсь, снизу бы у него. Смотри. Тигра, осторожненько. Найдите его. Тигр, ты видишь его? Нет, блин. По-моему, он возле. Я видел движение только что возле самолета. Все как красиво со спины-то. Нет, возле самолета не вижу никого. Возле самолета тоже. Сейчас в банк. Блять. Что такое? Откуда, блин? Вообще, по-моему, с ангара, с тех, откуда. Какого ангара? Да, ну что-то жестко он так лупит, если честно. У него хорошая винтовочка у него. Да, ну в какой-нибудь там очередной донатер. Да, хотя он был этот, по-моему, этот без лута. То есть у него просто одна пуколка была и все. Да твою. Откуда прилетел этот? Тигр, ты просто. Ну вот, возле ангара, короче, где-то. Сейчас я. Да зачем? Я ж на хом. На хом так долго будет. Уху. Не. Сейчас попробую чекнул. Прячься где-нибудь. Давай. Обна. Я лежу. Финиш. Опа. Пацаны, а где меня там завалили? Ага, все. Я пока что его не вижу, кстати, странно. Осторожненько вылазим здесь, осторожненько. Я предлагаю сейчас, короче, вы здесь типа виляете, прыгаете, чтобы он видел, что мы типа выкатываем. А я спущу. По мне стреляют. Где он? Слева? Я вил, короче, он на самолете, он на крыле самолета, на крыле самолета. Ох, отлично. На крыле самолета. Центр, сейчас. А нет, он справа на крыле самолета, справа. Ага. Хочешь насчет 20 минут? Вижу его. Убили? Его нет. Стоит. Его нет, я его не вижу. Есть, выглядывает. Я спускаюсь. И самолет? Давай. Нет, он стоит там. Выглядывай. Достаю, я и так дергаю здесь. Вон он. Вон, вижу. О, ответил. Мне пули не дотягиваются до него, я опять потек. Я теку. Потек.
Эти типа, пацаны. Блять, убил меня. У него хорошая винтовка. Да, он попал меня хорошо, снимает хорошо. У него, у нас просто плохие оружия у нас. Угу. Да, у нас ближний бой. Блин. Называется подлечился. Ой, тигр, все, меня убили. Тигр, я сейчас тебя убью, просто найс. А кто тебя убил? Так, нужна граната. Он меня убил через стенку. А, подожди, так он и меня через стенку убил. Так, ну, что да. Что за зомби? Да я не знаю. Пол, вот. А, мы стреляли, он поэтому появился. Ну странно, если честно. Короче, надо спрыгнуть и обойти его. По любасу, по-другому никак. Ой, блин! Что? Все, короче, мне придется бежать за вас. Я фиг знает, блин. Что за крики? Да что такое? Что-то игра, короче, глючит. Да ладно. Жестко, честно, потому что... Он там находится еще? Где? Он возле самолета? Я хз, потому что я не могу, тут зомби, короче, стоит. Ах ты, ёб твою мать. Это тебя? Это я его. Не попал. Резко мне убежать. Есть, попал в него, по-моему, сейчас. Ну, я не могу. Опять сейчас сдохну на 1%. Офигеть, он меня снимает, ровно остается 9%, я не успеваю подлечиться. Просто в голову попадает и все. Может быть. О, пацаны! Ребят, надо обходить его. Пацаны! Что? Я сзади него. Стой. Тихонечко ползи. Я сейчас буду отвлекать его, а ты его замочи, короче. У тебя есть что замочить? Подожди, так у меня нету, у меня... Ой, блин, у меня только меч. Только, значит, вытащи его сейчас тихонечко, и я сейчас его буду отвлекать. Да, вон, я вижу вас, я вижу вас. Сейчас, я появлюсь, подожди 5 секунд. Отвлекайся, я отбегаю, короче, да. Я отбегаю к этому, обойду его со спины. Давай, сейчас. Тигр, это ты? Да, я по нему стреляю. Давай, сейчас я... А, тигр, короче, можешь ко мне это тпшнуться, дать мне этого пушки? Как придумал, конечно, тпшнуться. Сейчас я шмальну у него. Не, ну он меня тут не видит. В принципе, он дело говорит, сейчас. Давай. ТПА? Да, ТПА, Нига. А, Нига. Давайте, короче, я сейчас буду просто шмалять из автоматов. Туда. Все равно автоматы халявные. Бля, что-то не хочет. Просто напиши ТПА и это не. Просто не. Да, отправил. Пацаны, я сейчас возьму пулемет и буду шмалять из пулемета. Где мы? Ты гонишь? А, на. Да, на тебе на. Во, вот на калаш. Это вообще, кажется, твое. Воу, да, это моё, блядь. Это ты стреляешь, Санёк? Да. Мать, ты охуешь. Вам, ты издеваешься, блин? Воу, сюда, быстро. Давайте быстрее, сколько я могу его потымать. Да ты выглядывай. Только тихо. Давайте. Ну, тихо, подглядываемся и убиваем его. Давай. Он, смотри, да. он меня продолжает стрелять. Ещё далеко, мать. Давай. Вот он меня шмаляет меня. Давай, пацаны, идите. Сейчас я весь автомат расстреляю, пулемет. Тихо, мы уже тут. Ложись, Тигр, ложись. Сейчас, пацаны, я его буду продолжать отвлекать. Давай, ну. Он меня стреляет, ну? Непонятно. Нет, он уже меня отпалил, и сейчас уже все прячется. Ты его, давай, я на тебя его выманил. Сейчас. А его, опять его сейчас нет у нас. А, блядь, он меня спалил, сука. Где он? Все, я умер, блядь. Убил его. Убил его, пацаны, убил. Красава. Идите замочить его. Только альтспак мой, окей? Окей. Давайте. Я подбираю его, лут подбираю. Бери, он золотый гос. Выкини всякое говно от себя и ползи обратно. Что там? Опять перед. Я зомби уже. Блин, не говни там насчет зомби. Все, возвращайся к нам. Сейчас поднимаю лут и бегу к вам. Давай. Все, так, подожди, я же свой тоже сейчас подберу. Ребята, вот видите, командная игра. Что такое командная работа? Так, а что там за мутак с фонариком бегает? Это я, блин. А, это тигр. Мутан с фонариком. Вы. Сейчас бегу к вам. Все, короче, ребятки, вот такая замечательная серия. С нами Леха. Мы замочили какого-то козла. Админа, блин, прости, админ. Вот, ну, короче, как по мне, весело. Да, вот очень даже, весьма. Нормальненько.
Леха, скажи что-нибудь на прощание. Пока-пока. Отлично. Отлично ответил. Вообще красавчик. Все, ребята, до следующей серии. Увидимся там. Да, счастливо.